Индустриальный районный суд вынес приговор 33-летнему мужчине, который после долгой разлуки едва не убил нового ухажера своей бывшей девушки. Молодой соперник сломал голову 54-летнего хабаровчанина бейсбольную биту. Страсти развернулись вокруг ровесницы нынешнего подсудимого. Она работала кондуктором трамвая. Женщина переехала в краевой центр из Николаевска-на-Амуре. Подсудимый – ее земляк. Лет 8 назад у них были неудачные отношения. В Хабаровск мужчина перебрался в 2016-м. Нормальной работы не нашел, жил на дачах у знакомых. В день нападения он выпил и решил позвонить бывшей. Она в это время находилась дома у перспективного кавалера, с которым за 5 дней до этого познакомилась в трамвае. У пассажира не оказалось денег на проезд, и кондуктор закрыла на это глаза в обмен на его номер телефона. Звонок бывшего застал ее как раз в гостях у безбилетника на улице Трамвайной. Женщина сказала хозяину, что выйдет поболтать с братом. Разговор у пары не заладился, кондуктор пошла обратно. Подсудимый за ней проследил. Он сел на лестничной клетке чуть выше квартиры соперника и думал, как же ему поступить. Как раз в это время хозяин жилья решил сходить в магазин. Фигурант, пользуясь его отсутствием, снова попытался убедить бывшую возобновить отношения. Вернувшегося хабаровчанина он ударил по голове бутылкой, потом схватил стоящую в прихожей биту. Ей он нанес еще 5 ударов по голове и телу. С потерявшего сознание он снял золотое кольцо, забрал 2 сотовых телефона и кошелек с банковскими картами. Дом он покинул вместе с шокированной женщиной. После задержания подозреваемый разыграл карту ревности. Подсудимый вину в совершении инкриминируемого деяния не признал в полном объеме. Он пояснил о том, что телесные повреждения он наносил потерпевшему из-за ревности к любимой женщине, и лишь после этого у него возник умысел на совершение хищения имущества, принадлежащего потерпевшему. С банковского счета жертвы нападавший снял 4000 рублей. Пин-код карты пенсионер хранил на бумажке в кошельке. Телефоны общей стоимостью 18 тысяч рублей фигурант сдал в скупку, выдав за свои. Деньги он потратил на покупку спиртного, сигарет и оплату гостиничного номера, в котором переночевал с бывшей. Утром женщина сбежала от навязчивого земляка. После задержания у фигуранта изъято кольцо потерпевшего. В ходе предварительного следствия проведена серия очных ставок, назначен и проведен комплекс судебных и судебно-психиатрических экспертиз. В процессе производства следственных действий вина подсудимого была полностью доказана. Фигуранта обвинили в разбойном нападении с причинением тяжкого вреда здоровью. Приговор – 9 лет и 2 месяца колонии строгого режима. Мужчина не женат, но у него есть 2 малолетних детей. С места происшествия Виталина Кондрахина, Юлия Рябцева и Павел Рогатин.